В офисе Красногорского многофункционального центра состоялось торжественное открытие выставки «Бизнес в объективе». Ее организатором выступил Банк Возрождения, который реализует совместный проект с Промсвязьбанком и общественной организацией «Опора России». МФЦ достаточно большая площадка для такой выставки, для проведения такой выставки. Здесь очень много посетителей, здесь очень много предпринимателей, которые приходят сюда. И мы посчитали, что это будет достаточно интересным проектом, который позволит показать данную выставку большой аудитории. И тем более МФЦ города Красногорска является, можно сказать, уже партнером банка. В каждом отделении МФЦ установлен терминал Банка Возрождения для оплаты услуг и госпошлин, тут же не отходя и не выходя из МФЦ. Главная идея выставки – показать предпринимательство через объектив фотокамеры. На фотографиях бизнесмены из различных уголков Московской области, которые при поддержке Банка Возрождения создали свое дело с нуля и теперь успешно развивают компании. С них можно брать пример. Здесь представлены люди, которые независимо от внешних факторов шли к своей мечте. Они не просто мечтатели, у них есть коммерческая жилка, у них есть свой подход к бизнесу и воплощению идей. В тот момент, когда многие боялись рискнуть, они брали риск, принимали и шли к воплощению своей идеи. И через данные фотографии мы можем увидеть не просто бизнес в привычных нам цифрах, а увидеть бизнес в лицах и эмоциях наших предпринимателей. На фотографиях бизнесмены, хлебопекари, врачи, руководители охранных предприятий. Одни занимаются информационными технологиями, другие решили открыть собственный гостиничный комплекс. Историю успеха каждого героя фотовыставки можно узнать, не отходя от стенда, воспользоваться QR-кодом и перейти на сайт. Геннадий Дроздов – это один из предпринимателей, которые занимаются выращиванием агрокультур, выращиванием декоративных и плодовых растений, занимает тоже достаточно большой рынок, известный рынок. Со своими коллегами могут познакомиться и красногорские предприниматели, которых нередко можно встретить в многофункциональном центре. Здесь открыты специальные окна для представителей бизнеса. Эта выставка действительно значимо. Почему? Потому что большое внимание правительством, губернаторам уделяется внимание к государственному партнерству. И мы думаем, что эта выставка действительно тот небольшой вклад, но то связующее звено, которое непосредственно между государством и бизнесом уже будет проложено. Будни бизнес-сообщества зафиксированы камерой, вдохновят тех, кто только задумывается над вопросом основания собственного дела, уверены организаторы фотопроекта, который уже можно было видеть в правительстве области и в Лондоне. Впрочем, продолжение не за горами. На открытии выставки красногорские предприниматели также решили принять участие в проекте и рассказать всем о своих достижениях.